Привет! Сегодня под моим внимательным взглядом оказался электрический триммер Patriot, который привлек мое внимание своими характеристиками и возможностями. Этот инструмент предназначен для аккуратной обработки травы в труднодоступных местах. Мои впечатления от его использования оказались достаточно интересными, поэтому я поделюсь ими с тобой. Надеюсь, это поможет тебе сделать правильный выбор. Внешний вид этого триммера сразу бросается в глаза своей продуманностью и функциональностью. Ствол устройства имеет диаметр 22 мм, что обеспечивает его надежность и устойчивость во время работы. Сетевой кабель длиной всего 45 см может показаться коротким, но это компенсируется возможностью использования удлинителя в зависимости от твоих нужд. Масса триммера составляет 4,6 кг, что делает его достаточно легким для длительной работы без усталости. Особое внимание стоит уделить эргономичной рукоятке, которая интегрирует все элементы управления. Это значительно упрощает управление инструментом, делая его использование интуитивно понятным и удобным. Еще одним значительным преимуществом является поворотная рукоятка с возможностью регулировки высоты. Это позволяет адаптировать триммер под рост и предпочтения пользователя, обеспечивая максимальный комфорт и контроль над процессом стрижки. Не забудь проверить описание под этим видео. Я оставил там для тебя ссылки на надежные магазины и эксклюзивный промокод, который даст тебе возможность приобрести этот триммер на выгодных условиях. Электротриммер, о котором идет речь, обладает превосходными характеристиками, делающими его идеальным помощником для ухода за садом. Ширина скашивания составляет 460 мм, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать достаточно большие площади. Режущая леска диаметром 2,4 мм идеально подходит для аккуратной стрижки травы, а при использовании режущего ножа диаметром 230 мм можно легко справиться даже с густой травой, сухостоем и небольшими кустарниками. Посадочный диаметр устройства 25,4 мм, что гарантирует совместимость с широким ассортиментом насадок. Рекомендуемая площадь обработки до 600 метров, что делает этот триммер подходящим для большинства приусадебных участков. С его помощью можно легко ухаживать за газонами, а также стричь траву вокруг деревьев и вдоль тропинок. Частота вращения достигает 7500 оборотов в минуту, а мощность в 1200 Вт обеспечивает высокую производительность и эффективность работы. Особенно стоит отметить наличие теплового выключателя, который защищает двигатель от перегрева, предотвращая его повреждения и продлевая срок службы триммера. Эти функции делают триммер не просто удобным инструментом, но и надежным выбором для тех, кто заботится о своем саде и ценит качество и безопасность в работе. После изучения отзывов пользователей я составил список основных плюсов и минусов этого триммера. Минусы. Нет кнопки фиксации. Рука устает при вибрации. Забивается трава под редуктор. Шумный. Плюсы. Мощный. Простая конструкция. Разъемная штанга. Высокое качество сборки. Нож включен в комплект. Длинная штанга. Легкий вес. Прост в использовании. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь заглянуть в описание под видео, где ты найдешь полезные ссылки на магазины и эксклюзивный скидочный промокод. Твое мнение о модели очень важно, так что пиши свои комментарии. Хочешь больше таких обзоров, тогда подписывайся на канал и не забывай ставить лайк. Жду тебя в следующих видео. До скорой встречи!